дождливо и туманно, и темно кругом. Мальчик маленький сидит и мечтает об одном. Он сидит к стене прижатый и на вид чуть-чуть горбатый, и поет на языке чужом. О, Койвшин, Койвшин, папиросин, подходи, пехота и матросы, подходите, не робейте, сироту его согрейте, посмотрите, ноги его босы. Он несчастный калека, 15 лет. Я прошу человека, дайте же совет. Или Богу помолиться, или к черту приютиться. Ради Бога, дайте же совет. О, Кульчи, 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 папиросин, трикинофентроволок фартосин. Кульчи-кульчи, венамонес, вот так мирошен, так вонес, ратаватайос инфинентой. Друзья, друзья, смотрите, он не видит, милостынью вас он не обидит. Подходите, не робейте, сироту его согрейте, посмотрите, ноги его босы. Этот ролик мы назвали и в шутку, и всерьез. На него нельзя смотреть без боли и без слез. Так бывает после войн, а ведь мир сейчас. Почему же столько сирот, нищих есть у нас?